Всем большой-большой привет, всех с Новым годом. Сегодня уже начало 21 года. У меня осталась нутелла. Я думаю, испеку еще один вариант пирога. Понадобится 300 грамм муки, щепотка соли. Сюда дрожжи, 140 грамм воды, 7 грамм дрожжей, 2 ложки сахара. Вот они мне активизировались, я сюда тесто тоже выливаю его сюда. И сюда же добавляем 4 ложки подсолнечного масла. Замешиваем мягкое тесто. Тут получится мягкое тесто. И вот получилось вот такое мягкое тесто. Мягенькое. Теперь мы его поставим на час, теплое место. И все, качаем коржи, перемазываем. Делаем пирог. Наше тесто подошло. Вот такое оно мягенькое. Теперь мы это все делим на 4 части. Вот это все делим на 4 части. Так. У нас будет 4 коржа. Каждый мы будем раскатывать в коржичек. Каждый такой круглый. И вылаживать на противень. И каждый коржик будем перемазывать нутеллой. Будем катать. Должны быть вот такие тоненькие. Не сильно намазывать. И вот я вот так вот намазала. Теперь этот мажем, сверху ставим. И так все коржи. Тут надо немного мазать, потому что коржик тоненький, чтобы оно не задавило. Оно жирное, масло, там сахар. Вот их уже тут 2. 1 на 1. Еще 2. Дальше. Теперь этот последний круг не надо мазать. Теперь надо все разделить на вот такие острым ножом. На такие части. Сначала на 4, потом на 6. Но ножик должен быть острый-приострый. Вот так вот. До конца прямо прорезать. Эту часть еще чуть-чуть, только возле чашечки. Чашечка, стаканчик, что было. У меня не было такого стакана, будет ложечка. Можно стаканчик поставить. И вот так вот режем на такие кусочки. Но надо острым, чтобы не потянуть тесто. Дальше. Теперь вот эту каждую часть вот надо провернуть 2 раза. Аккуратненько, чтобы не сорвать. 2 раза и поставить, как бы верхний корж должен быть сверху. Все прорезанные наши. Вот 2 раза надо прокрутить. Вот так вот. И еще раз. 2. И ставите. Тут близенько. Очень красиво потом при выпечке получается. Сейчас делаю. Не покажу. Надо аккуратно, чтобы были все разрезанные. Тесто очень нежное. 1 и 2. И все. Очень просто. И тесто простое, мягенькое такое. Все просто. И вот так до конца. Потом чашечку заберем. Когда все сделаем, забираем чашечку. И смазываем яйцом. Вот что у нас получилось. А теперь, смотрите, что я говорила, чтобы нутеллы меньше. А теперь желточком все это смазываем аккуратненько. Очень красивый пирог получается, очень вкусный. Все аккуратно смазываем, все буквально желточком. Духовка должна быть разогрета. 180 градусов 40 минут на нижнюю решетку. Очень красивый получается. Не успели на Новый год приготовить, приготовьте на Рождество. Сейчас следом идет еще один праздник. Готовьте. Это вообще легкий рецепт. Вообще тесто. Вот так все мажем и отправляем в духовку. Ребята, вот наш пирог готов.
Смотрите, какой он красивый получается. И вот эта каждая часть, вот эта, отрывается как булочка. Просто он горячий, я не хочу резать. Чуть-чуть. И он отрывается. Вот эта вся часть получается как булочка, порционно. Такая красота получилась. Сверху. Очень красивый. Румяный. Все по рецепту, все получилось. Только не отступать от него. Готовьте. Всем приятного аппетита. Пока-пока.